был занят телецентр. Жители города хотят, чтобы транслировались и российские каналы. Столкновений никаких не было, мы безоружные, мы зашли, так как считаем, все, что находится в пределах Донецкой области, а ныне Донецкой Народной Республики, это все является народным и должно работать на благо народа. На площади Ленина со сцены сказали, что у нас есть свое радио, у нас есть здание, в котором мы базируемся, но у нас нет канала, который рассказывал бы людям в городе о том, когда, где можно будет проголосовать на референдуме. Было предложение пройти мирные демонстрации, и вот, собственно, к телецентру, где находится муниципальный наш 27-й телеканал Донецкий, мы подошли и просто договорились о том, что будут пытаться включить русские СМИ, которые были заблокированы. Чего нет, понятно, нет, кого нет. Не, вы не курите. Вот это правильно.